Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на игровой канал Forever Gamer. Я продолжаю играть в Skyrim, и мы успешно закончили прохождение сюжетной линии коллеги Винтерхолда. Мы стали архимагом, Анкана побежден, и в общем, теперь в коллегии все офигительно. Но теперь я нахожусь в Виндхельме, и почему? Потому что я решил вступить в Темное Братство. Для этого нам нужно... Вообще, я задание получил вроде как по слухам в тавернах. Может, ты еще не знаешь, да. Но гильдия воров... И сейчас нам нужно найти одного мальчика и с ним поговорить, потому что он якобы, как это сказать, ритуалы Темного Братства делал. Хотел кого-то убить. Или хочет, черт, как сюда подняться. Совсем все забыл. Так, ладно, если видим ее... Так, отлично. Знаешь, с огнем играть нельзя. Ага. Ну где этот дом? Все, отлично, заходим. Ну, о чем все говорят? Авентус Аретина творит черное таинство. Вот, мальчик говорит за темное братство. Авентус Аретина. Ты всегда веришь разным глупостям. Нет, конечно, нет. Это просто слухи. Нет, это уж не слухи. Ладно, так, это... Мы сейчас подождем. И войдем в дом. Он живет рядом. Хотя нет, не сейчас. Надо теперь до утра ждать. Так, что, открыто? Нет, нет, подожди. Он и его дом, они прокляты. Черт возьми, ладно. Буду ломать замок. Милосердная матушка, пошли мне свое дитя, ибо грехи недостойных должны быть омыты в крови и страхе. Прошу, ну вот. Тебя. Сколько мне еще взывать? А тетенька на улице говорила, что это неправда. Я все молюсь, мать ночи. Почему же ты хранишь молчание? Ладно, Авентус, что ты мне скажешь? Я знал, что придете. О, ты ждал меня? С тобой все в порядке? Получилось! Я знал, что вы придете! Я знал! Я творил черное таинство снова и снова. С телом и со всем остальным. И вы пришли, ассасины из Темного Братства. Прости, малыш, но ты меня с кем-то путаешь. Да знаю я, кто ты. Я молился, и вы пришли. И вы теперь примете мой контракт. Контракт? Моя мама, она умерла. Я теперь совсем один. И они отправили меня в этот ужасный приют в Рифтоне. Благородный. Начальница там злая, жестокая женщина. Ее зовут Грела Добрая. Но она совсем не добрая, она ужасная. Знакомое со всеми имя. Нами. Тогда я убежал и пришел домой. Я сотворил черное таинство. И вы пришли. И вы убьете Грела Добрую. Ну, поговорил я. Что дальше? Послушай, честно говоря, мне тут одиноко. Хоть я и ненавидел этот приют, но у меня... Пожалуйста, так. Не убивай Констанцию, Мишель. Она правда хорошая. Констанцию Мишель? Не понял. Так, ты уверен, малыш, убить женщину? Никогда в жизни я не был так уверен. Таких, как Грела, тупить даже мало. Она чудовище. Ладно. Поспеши. Не будем с него трусить денег. Хоть я и ненавидел этот приют, но у меня... Поможем мальчику. Так, в Рифтоне, значит, да? Он говорил, она находится. Ладно. Осторожней с огнем. Так. Где она у нас там живет? Или просто позаниматься?
Если нет, иди своей дорогой. Ага, вот этот приют. Кто будет отлынивать, получит тумаков. Я ясно выражаюсь. Да, Грелок. Да, вот еще что. Чтоб я больше не слышала про усыновление. Никого из вас оборванцев. Ну да, Грела добрая. Никогда. Никому вы не нужны. Никто вас не хочет. Поэтому, дорогие мои, вы и здесь. А мне с ней говорить или сразу убить, а? А, можно сразу вы убить. Останетесь до так и быть, подожди. Вас выкинут пинком в ага, большой... Констанция Мишель. Вот ее-то и просил теперь мальчик не убивать. Что надо сказать? Что надо сказать? Так, ладно. Мы тебя любим, Грелок. Спасибо за доброту. Мы тебя любим. Так, дети свиньи. О. Ничего себе, она им книжечки читает. Пощады. Детишки такие рады. Ее убила Вентус. Дура, можешь забыть. Упс. Вот растяпа. Так, все, идем отсюда. Остановись! На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Цветочек украл. Что ты можешь сказать в свою защиту? Короче так, я из гильдии. Я могу решить твои неурядицы со стражниками. Но придется заплатить. 0 золотых? Что скажешь? Да, избавь меня от штрафов. По рукам. А теперь живо отсюда, не то передумаю. Ой, да ладно. Я же гильдии еще заправляю. Что он мне сделает? Так, я правильно иду. Да, правильно. Ну, Аретина? Ну, Грелот добрая. Она, ну... Мертва. Ага! Я знал, что вы справитесь. Я так и знал. Я знал, что темное братство меня спасет. Вот, как я и обещал. Ты ее сможешь дорого продать. И спасибо. Спасибо еще раз. Да не за что. Так, что это такое? Письмо. Так, ладно. Заберу. А теперь нам остается ждать, пока придет посылочка. Вроде как нам должны сейчас что-то прислать. Так, ну курьера как бы не видно пока что. Обычно я только выхожу, они прибегают сразу. Так, ладно, может подождать. Я так понимаю, записку мы сейчас не получим. В Рифтоне произошло убийство. Грохнули старушку, хозяйку приюта. Ого. Аж в Виндхельме знают о моем преступлении. Так, ладно. Ну, по сути, задание первое выполнено. Ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Пока.